30 июня в Якутии отмечают День Сарданы – символа знойного лета, благополучия и счастья. Дикорастущий цветок занесен в Красную книгу Якутии, и срывать его нельзя. О появлении даурской лилии или саранки, как ее называют местные, есть много легенд. Одна из них гласит, цветок родился из сердца воина, который защищал свои земли от набегов. И если луковицу лилии взять на поле битвы, она сохранит жизнь. Также луковицы исцеляли от болезней, а листья останавливали кровь. По якутским поверьям, если вы хоть раз в жизни увидели сардану, то будете счастливы и любимы.